Привет, друзья! С вами Рустам и Оксана. Сегодня приготовим вкусный сахарный пирог. Для этого нам понадобится мука, сливки 20%, яйцо 2 штуки, грамм 150 сливочного масла, соль, сахар 150 грамм, объем равен стакану граненому обыкновенному, и полстакана молока. Еще нам понадобится дрожжи пачечка и ванильный сахар. Давайте готовить. Подогретое молоко теплое наливаем в отдельную посуду. Молоко теплое насыпаем 1,5 ложечки чайных дрожжей. Сюда же добавляем 2 чайные ложечки сахара. Хорошо перемешиваем. Убираем в сторону где-то минут на 20. Прошло 20 минут. В отдельную большую посуду уже для теста разбиваем 2 яйца. Насыпаем 1 ложку чайного ванильного сахара. Буквально чуть-чуть соли. Щепоточку. 100 грамм сливочного масла, 50 оставляем. И все это дело нам нужно перемешать очень хорошо. Масло, как видите, у нас размягченное предварительно при комнатной температуре. После этого добавляем опару. Смотрите, как она у нас пышненько так поднялась. Пахнет брагой. Снова все перемешиваем хорошо. Просеиваем 2 стакана муки. И замешиваем тесто. Сначала все размешаем венчиком, чтобы не пылило и мука смочилась немного. А после этого желательно все перемешать миксером со специальными насадками для замешивания теста. Тесто должно быть слегка липким, то есть это нормально. Накрываем тесто полотенцем и убираем в теплое место на 1 час, чтобы оно поднялось. Через час смазываем форму маслом. Форма у нас примерно 20 на 24. Тесто у нас поднялось почти в 2,5 раза. Надо его немного примять, оно вот такое вот мягкое, чтобы из него воздух вышел. И выкладываем в форму. Немного примять, это значит немного примять. Также аккуратно распределяем по форме. Снова накрываем полотенцем и убираем еще примерно на 20-25 минут, чтобы оно немного поднялось. А пока приготовим посыпку. Значит, оставшиеся 50 грамм масла засыпаем сахаром. Перемешиваем. Духовка у нас включена на 180 градусов. Значит, вот такой должна получиться наша глазурь, посыпка или как ее назвать. Когда она запечется, будет такая сахарная корочка. Через 20 минут он у нас еще немного приподнялся. Пальцы смазываем в растительном масле и делаем отверстие прям до дна. Сверху равномерно раскладываем посыпку. Отправляем в духовку на 25 минут. Духовка у нас на 180 градусов, уже нагретая. Ровно через 20 минут получаем вот такой вот симпатичный уже ароматный пирог. Равномерно поливаем сливками, заливаем весь
Он прям впитывает сливки, обратите внимание. Сливок у нас 200 мл, то есть один стакан сливок. Не обязательно 20%, можно и 10% тоже использовать. И теперь убираем в духовку еще на 10 минут. Отдыхаем. Ну вот, наш сахарный пирог готов. Ну, как видите, сильно не напрягает, дает отдохнуть, то полчаса, то час, то 20 минут. Но, тем не менее, оно того стоит. Это очень вкусный, нежный пирог. Готовьте. Приятного аппетита. Всем удачи и до новых рецептов.